Всем привет! Меня зовут Вадим, я представитель компании Lemma. В этом видео я покажу, как собрать модель «Принц на коне». В наборе 14 деталей. Конь принца состоит из 5 элементов. Это основание, туловище, 2 боковые детали с гравировкой, и копыта для устойчивости. Принц собирается из 9 элементов. Основание, на которое будет все клеиться. Лицо принца. Волосы на затылке. Челка. Нагрудник крепится спереди. Броня на спину, обувь и меч. Начнем сборку с коня. Наносим клей тонким слоем на основу и приклеиваем боковую часть. Выравниваем. То же самое делаем со второй половины. Проверим правильность присоединения копытами. Если они свободно одеваются и снимаются, то все правильно. Можно закрепить их клеем. По одной капле на каждую ногу. Конь готов. Чтобы собрать принца, наносим клей на то место, где будет располагаться лицо, и прикладываем детали. Подровняйте и оставьте на минутку. С обратной стороны приклеиваем волосы. Теперь можно приклеить челку. Старайтесь не выходить клеем за пределы контура. Или нанесите клей на саму деталь. Приклеиваем нагрудник. С обратной стороны приклеиваем броню. По капле клея на каждую ногу. Остается приклеить меч. Наш принц готов. Сажаем принца на коня и вперед на подвиги. Приятной игры и до новых встреч!